Нам в реставрацию поступил очень интересный экспонат из художественного музея. Мы давно обговаривали проведение реставрационных работ с этим экспонатом, поскольку он очень уникальный. И для Тулы это действительно экспонат такой значимый. Это ваза XVIII века. Ее смоделировал Кендлер в 1748 году. И это одна из ваз серии «Стихии природы». В данном случае у нас поступила в реставрацию ваза «Огонь». Также в фондах музея хранится ваза «Воздух». Чем она уникальна? Вообще таких предметов очень мало, поскольку их технологически сложно было изготавливать. Она вообще в полном сборе должна выглядеть 83 сантиметра высотой. Но достаточно сложно было атрибутировать и понять вообще, что это за объект, потому что ваза к нам в реставрацию поступила в несколько измененном виде. Во-первых, у нее практически полностью утрачена крышка. От крышки осталось только 30% примерно. И когда мы обговаривали с хранителем, мы не предполагали, что тот вид, в котором она поступила в реставрацию, она выглядела совсем не так, как ее задумывал автор. Потому что я предполагаю, что, судя по демонтажу, где-то в 50-е, 60-е годы какие-то умельцы пытались ее восстановить на свое усмотрение и прикрепили часть, которая должна была быть на крышке, сбоку вазы, что затруднило атрибуцию этой вазы, поскольку в каталогах нам не удавалось найти именно этот объект. Я, наверное, вам покажу фотографию, как выглядела ваза, поступившая к нам в реставрацию. Мы здесь видим, что здесь находится сбоку вазы огонь, что исказило представление. Казалось, что здесь должен быть какой-то огненный петух или еще что-то. Мы видим, что по вазе утрачены огни, которые как бы вырываются из сетки, такая аллегория. И был достаточно длительный поиск, чтобы найти аналогию, поскольку любые реставрационные действия с дополнением, восполнением утрат должны опираться на четкую информацию. Либо это должна быть косвенная аналогия, либо прямая. То есть прямая аналогия: у меня есть точно такой же объект, с которого я снимаю форму и восполняю утраты, либо косвенная аналогия: я нахожу похожий предмет, фотографию или изображение, и по фотографии я уже восстанавливаю утраченные фрагменты вазы. И поиски аналогий затянулись, поскольку сейчас сложная ситуация политическая. Мы писали в Мейсеновскую мануфактуру запрос с просьбой нам предоставить информацию по данному объекту, но, к сожалению, наш запрос остался без ответа. И тогда нам помогли коллеги, которые занимаются изучением европейского фарфора, которые дали ссылку на статью английскую, где упоминается эта ваза с фотографиями. И, к своему удивлению, я обнаружила, что на самом деле ваза должна выглядеть совсем иначе. Еще нам удалось у коллег найти фотографию из Мейсеновского каталога. И вот как эта ваза должна, ну, как вообще задумывал ее автор. Здесь, конечно, чуть другая роспись. Мы видим, что здесь другой огонек. По-другому расписана именно глазурная часть. Но модель одна и та же. И стало понятно, что огонь, который был прикреплен сбоку вазы, вот этот, он должен крепиться на крышку. Поскольку сильные утраты и много чего разбиты, и уже после демонтажа стало понятно, что вот место стыковки огня к крышке. Соответственно, и благодаря вот этой фотографии удалось провести работы, по которым стало понятно, как вообще задумывал ее Кендлер в 1748 году. И в фондах музея художественного нашли основание этой вазы. Она была в разрозненном виде, поскольку ваза поступила в фонды музея в 1939 году. И на тот момент, наверное, ну, я допускаю, что сотрудники не предполагали ее историческую ценность. Каждой части был присвоен отдельный номер. То есть основание под одним номером находилось и Тулова вазы. И, соответственно, нам удалось это все объединить. И, найдя основание, это действительно очень интересно, поскольку теперь этот объект, этот предмет можно собрать в полном виде, так как он должен был выглядеть изначально. Сначала разрабатывалась примерная модель, скульптурная, лепилась из глины. Потом ее дорабатывали, продумывали, из каких частей она должна состоять. Так и здесь мы видим, что вот эти все элементы при создании их прикрепляли позже. То есть сначала отливали из фарфора основное тулово, потом элементы декора. И все это соединялось на жидкий фарфор-шликер. То есть это делали мастера, это достаточно кропотливая, тонкая работа. И вот эта часть ракаэля очень интересна, то, что, ну, так называется, потому что изображает как бы раковину. Она повторяет ракаэль на подставке. И сейчас как бы эта ручка кажется такой, ну, странной, как будто бы не отсюда, но когда ваза соберется, но здесь на картинке не совсем видно вот эти ракаэли, но все равно видно, что когда ваза встанет на подставку, это все будет объединено и не будет смотреться таким разрозненным. То есть как бы композиция завершится. Конечно же, по фотографии понятно, что где там лапы птицы, там должен находиться дракон. И интересный такой момент. Этот огонь был прикручен на болт металлический, который мы с трудом демонтировали. Пришлось пилить этот болт. Мне помогал наш реставратор по металлу Виталий Николаевич Шмелёв, потому что я растерялась, я не могла никак просто, то есть справиться со старым клеем легко, с гипсом, но справиться с металлическими конструкциями, хотя такой варварский метод, ну, в начале 20 века часто применялся при реставрации, просто поскольку клеи были органические, они не выдерживали длительного времени, это все укреплялось тем, что, ну, даже в конце, мне кажется, там 19 века, в начале 20-го, использовали такой метод. Просто в фарфоре сверлили отверстие и проволокой скрепляли скобами металлическими, скрепляли там тарелки, например, или так оковывали, поскольку фарфор был дорогой, так оковывали носики чайников просто металлическими вставками, поскольку другого варианта как-то склеить это было невозможно. Клеи современные, синтетические, они более крепкие и прочные. А раньше это все было органические, типа рыбьего клея, столярного, мездрового. И, конечно, они не держали тяжелые фрагменты. Поэтому прикрепили на металлический болт и замазали гипсом. И сверху покрасили. И изменили, ну, очень сильно облик вазы. Такой, как бы, как, грубо говоря, в медицине раньше применяли методы варварские, да, при лечении больных, которые сейчас вызывают ужас. Так и мы, когда смотрим на реставрацию там, того времени, да, столетней давности, она тоже вызывает, ну, много вопросов. Сейчас основная задача – это расчистить старую реставрацию, удалить и приступить к восполнению утрат. Ну и, конечно, основной элемент декора, который кидается в глаза – это дракон. Есть фотографии, да, вот части. Конечно, хотелось бы нам найти обратную сторону, то есть найти фотографии, как выглядело то место, куда крепился сам дракон. То есть, если мы посмотрим на вазу, мы видим, что вот здесь крепилось тулово дракона, здесь крепился его хвост. Но до конца неизвестно, как здесь располагались там крылья, элементы. То есть у нас как бы фотография со спины дракона. И сейчас вот моя работа направлена на поиски аналогии более полной. Конечно, нам и те фотографии, что удалось обнаружить, очень помогли. Но, конечно, хотелось бы найти полностью изображение. Я буду писать еще раз запрос в Мейсон, именно на фабрику, поскольку они хранят все данные о всех предметах, которые они выпускали, и я надеюсь, что они поделятся с нами этой информацией. Ну и также другие крупные музеи России, потому что я допускаю, что такие вазы могут быть в фондах. Я предполагаю, что они могут быть и в частных коллекциях, но, конечно, доступа у нас к этим экспонатам нет. Вот, но ваза вообще уникальная, и как в английской статье вот этого аукциона написано, что они там единичные экземпляры. Хотя уже я нашла статью, упоминание, что в музее Кускова было такое собрание Шереметьево, и там находятся подобные вазы, тоже 4 стихий. К сожалению, огонь там на фотографиях в этой статье изображен, ваза, посвященная огню, немножко другая, но все равно за помощью, я думаю, что к коллегам мы обязательно обратимся, и они нам помогут в реставрации. Сейчас, после того, как мы ее атрибутировали, нашли точное изображение, я выдохнула, потому что уже есть шанс, да, то есть понятно, как она выглядела, и можно восстановить полностью утраченные элементы. Очень важно, что сохранились элементы вот этих вырывающихся языков пламени, вот этих огоньков, потому что я могу снять уже слепочной массой формы с этих огоньков и отлить утраченные. Да, они тоже с повреждениями, но это незначительные повреждения, это все можно восстановить. Работа длительная, поскольку здесь очень большой объем работы. Это всю поверхность сначала надо расчистить от старых наслоений, потом восстановить. И, допустим, видно, что даже огонь, который является навершием крышки, да, он тоже сильно пострадал, от него есть фрагменты. Это все предстоит расчищать, подклеивать по месту утрат и достаточно большие утраты крышки этой вазы. Отлично, что нашли основание вазы, нам не придется его моделировать и как-то лепить. Там тоже есть на основании вазы утраты, просто сейчас еще основание вазы находится в фондах художественного музея. Чуть позже они нам ее передадут по мере завершения работ. Почему еще она сохранилась, ее не разбили, когда она поступала в фонды музея? Потому что тут достаточно толстый слой фарфора. Но здесь вот по сколу видно, да, что тут порядка, ну, чуть меньше сантиметра толщина фарфора, и это спасло ее. То есть не спасло вот эти огоньки. Да, они откололись, их, скорее всего, ну, они были утрачены. Но спасло само тулово вазу, подставка сохранилась. Ну и даже вот по крышке видно, насколько толстый фарфор. Сейчас работа только на начальном этапе. Мы произвели демонтаж, сейчас расчистка идет. И, конечно, осложняет еще то, что она достаточно тяжелая, сложно ее там взять в руки, повернуть, то есть дополнительные усилия нужно там. Но по времени, я думаю, что где-то полгода уйдет на работу с этим экспонатом.